Так, следующая здесь фигурка. У нас Человек-паук. Так, сейчас посмотрим, что он здесь. О, это у него такие золотые руки. Кто не смотрел, вот золотой костюм, типа Железный Человек. Это из мультика «Великолепный Человек-паук». Там, по-моему, 4 сезона. И вот ему Тони Старк подогнал такой вот костюмчик. Что у нас здесь есть? Паутина. Так, паутина, которую он стреляет. Держатели для паутины. Сразу их можно поставить, чтобы не потерялись. Тут он может ее держать в руке просто. И как бы стрелять или как щит использовать. Так, вот этот держатель для паутины. Либо так ставится, то есть он ей стреляет. Так вот получается. Либо ее можно поставить сюда, и он на ней может как бы как висеть. Он был раньше так. Так, что у нас здесь? Шлем. Такой вот шлем. По мультику был у него шлем. Тут, в принципе, это, скорее всего, просто вариант. Ставим голову. Это может быть просто Питер Паркер. То есть он, видимо, можно снимать ему голову. Сделать его обычным Человеком-пауком. Вот таким вот. Ну, оставим, в принципе, наверное, вот такой вот, как был. Ну, голову все равно надо будет потом снимать вот для этих вот фиксаторов. Поэтому, наверное, мы пока ее не будем ставить. Так, теперь разберемся, что у нас здесь. Сначала руки соберем. Ну, руки легко собираются, вообще шикарно. Так, сейчас. Все. Вот здесь, кстати, тоже видно доспех. Все детальки очень хорошо сделаны. Так, вторая рука. Отлично. Так, теперь будем смотреть, что у нас здесь с детальками. Так, эти одинаковые. Что такое? Какой-то душ. Непонятно, что за деталька. Так, руку пока уберем. Так, 4 части. 5, 6. Ну, понятно, это как раз вот его руки. Это края, которые фиксируют. Они будут цепляться в центр. Так, 4 шипа. И получается 4 у него еще руки. И тут получается еще 4 вот этих вещи. Вообще непонятно, куда они ставятся. И вот такие вот элементы. Ну, скорее всего... Интересно, как же они ставятся. А, так, наверное, ставятся эти 4 части. Сюда, видимо, вставляются шипы. Нет. А что здесь вставляется? Непонятно. Вот в эту часть, наверное, вот так вставляется. А, ну понятно, сделал немножко, конечно, бомжовски. То есть вот эта часть, сюда вставляется вот это. Сейчас попробуем собрать. Допустим, вот так. В нее одевается вот эта часть. Так, и тут, скорее всего, вот эта часть ставится шип. Вот. И вот эта вся история, она, видимо, будет крепиться у него на спине. Шип, наверное, надо будет развернуть. Вот так. И получается, можно будет так вот ставить. Собирать. Ну, так себе, конечно, конструкция. А вот это куда, непонятно. Или это какой-то аналог. Что эта рука ставится просто туда. Может быть, это и запасные какие-то запчасти. Так, ну, после некоторых здесь страданий. Вот, получилось. Все детальки встали. Просто они вот так вот комбинируются. И вот такая вот получилась история. Это уже выглядит интересно. Так, с обратной стороны получается такая часть. Тут вот как раз вот эта заглушка пригодится. Так, так. Закрывает. Хоп. И одеваем ему, значит, сюда. На шею. Вот это выглядит неплохо. Кстати, достаточно хорошей длины у него получается... Лапы, да, руки. Можно только одеть голову. Потом поставим сюда. Вот такой вот получается у нас Человек-паук.
принципе, здесь вот гнется, защита вот так вот. И можно под любым углом здесь как раз их гнуть. Вот это получается, вот это неплохо. Мультики, по-моему, 3 их там было. Ну, в принципе, вот так. А, собственно, что в паука в самого можно еще поставить. Так, значит, в одну руку он стреляет паутиной. В другой руке он держит защиту. Типа щит. Такой получается паук. Много деталей выходит.